Итак, голубки готовы, Сильвия, Сильвио и Нетта. Да, вы договорились уже, да? Да. А Тонио где-то... Нет, здесь есть один Тонио, на самом деле. Здесь есть один Тонио. Сейчас я спрошу. Гриша, а ты был во Флориде Тонио или Сильвио? Сильвио. Ты был Сильвио. То есть ты сейчас будешь ревновать, что не ты рядом с... Да. Но мы вскроем, что ты, помимо того, что ты успешный маркетолог, президент компании «Контакт Эксперт», был в прошлом еще оперным певцом, солистом во Флориде. Было-было. Я еще хотел сказать вместо Йоси Навора, который сегодня, к сожалению, отсутствует, что барышня, которая прекрасно рассказала, как поют птички, через час будет зарезан. Поэтому сейчас будет дуэт, потому что мужу изменять, хоть и постаревшего, но плохо. Соответственно, сейчас будет дуэт двух любовников. Еще раз помню, что теперь ее зарежут уже через 30. Прошу на сцену. Евгений Щербаков, Александр Никитина и Анна Ситникова. Oh,
Евгений Щербаков, Александр Никитина, Анна Ситникова. Друзья, могу сказать, что такого хулиганства, к сожалению, бывает редко, когда вот прямо вообще все, вообще никто не знаком ни с кем. И даже мне иногда завидно, что я не вокалист. Отдыхайте. Друзья, мы продолжаем наш вечер. И у нас второй сет будет очень необычный. Фактически мы вместе с вами послушаем оперу «Кармен». Очень необычные транскрипции. Мы решили, что, во-первых, поприветствуем нашего дорогого Петра Налича, который давно не был на нашей площадке. Петр Налич в гостях у нас. За роялем Виталий Коваленко, которого сменит Анна Ситникова. Итак, у нас мы решили много чего выкинуть. Решили, что в принципе достаточно, чтобы Кармен спела Сигитилю. Хозе подарил, чтобы Кармен подарила Хозе цветок. Дальше Кармен погадает, а потом Хозе ее убьет. В принципе, все, что происходит в опере. Ну и у нас, конечно, будет очень необычная увертюра.